Представитель сборной Уральского федерального округа Давид Белявский стал победителем в личном многоборье на Кубке страны по спортивной гимнастике. Программу на всех шести снарядах атлет выполнил без особых помарок. После двух упражнений в турнире лидировал пензенец Денис Облязин, но он не выступал на коне и брусьях, поэтому необходимую сумму набрать по объективным причинам не мог. Белявский конкурировал с москвичом Сергеем Хорохординым и сибиряком Игорем Пахоменко, но в итоге соперники уступили победителю около 1,5 баллов. Нет, на самом деле сегодня не все получилось. С прыжком в квалификации какие-то проблемы были. И сегодня мне было психологически сложно выходить на него. Поэтому не в полную силу я его прыгнул. Ну, а в целом все остальное неплохо сложилось. Все снаряды я сделал. Лучшим из наших спортсменов стал Павел Русиняк, занявший 4-е место. Для молодого гимнаста это достойный результат, однако остановиться в шаге от медального пьедестала всегда обидно. В принципе, сегодня доволен выступлением, прошел достаточно ровно, чуть-чуть по пару десятых и везде не хватило. Это, конечно, очень обидно, но выиграл, меня опередил мой хороший друг, я очень рад за него, и этим как-то скрашивается поражение. Кроме выступления в личном многоборье, спортсмены спорили за места в финалах в отдельных упражнениях. Русиняк пробился в 2 видах, Облязин в 3. Причем на всех снарядах Денис претендует на награды. В опорном прыжке и вольных упражнениях он показал лучшие результаты, а на кольцах набрал 3-ю сумму.